Второй день недели российского ритейла. Разговариваем с нашими гостями, участники деловой программы у нас в кадре. Андрей, расскажите, почему вам важно было присутствовать на этом форуме и что у вас за тема, почему она актуальна? Знаете, компания NCR давно представлена на российском рынке, и мы решили первый раз выйти со стендом. Обычно мы участвуем только в международных выставках, где большое количество международных участников, но Россия для нас сегодня большой приоритет. На форуме мы представляли тему «Магазин 2025». Мы рассказывали наше видение того, как будет выглядеть ритейл в ближайшие 5-6 лет. Это ряд технологий, которые представлены и в нашей линейке, ну и в других производителях. А как вообще в целом аудитория, которая сюда пришла? Это ваши будущие контрагенты, клиенты, партнеры или это не та аудитория? Целевая ли она для вас? Да, безусловно, аудитория целевая. Большое количество людей посетило наш стенд. Мне кажется, что отличное мероприятие. Вы первый раз участвуете на российской выставке. Как ожидания-то оправдались? Нет, понятно, что еще не закончилась выставка, но в целом вот середина, экватор, так сказать. Как дела? Экватор очень хорош. Мы превысили свой план по посещениям нашего стенда где-то процентов на 30. Ну, то есть это превзошло наши ожидания. Ну и прекрасные слова. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями и партнерами.